Всем привет! На связи снова Оксана, и сегодня мы уже в какой раз сделаем бэби-бумер. Способ будет немножко отличаться от всех предыдущих. Бэби-бумер будем делать с помощью камуфлирующих баз с шиммером. Розовый цвет и молочный. На подготовленную ногтевую пластину наносим тонким слоем молочную базу, но не впритык к кутикуле. Затем набираем на кисть основную массу базы и делаем все то же самое, как и при выравнивании, но наша задача сделать у кутикулы более тонкий слой. При таком способе нанесения очень часто неудобно работать кистью прямо из бутылька, поэтому я помогаю себе тонкой кистью для распределения базы по ногтю. Не забываем переворачивать руку клиента для того, чтобы получить идеальный блик. Затем просушиваем слой молочной базы и добавляем второй цвет у кутикулы. Затем добавляем основную массу розовой базы и начинаем тонкой кистью ее растягивать в градиент по липкому слою. Далее мы просушиваем то, что получилось. И затем нам понадобится топ без липкого слоя. Мы делаем минимальное выравнивание и отправляем в лампу. Я правша, но при таком способе нанесения я очень легко сделала себе правую руку с бэби-бумером. Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что мои ногти достаточно арочные и взлетные, поэтому для других форм ногтей, возможно, придется сделать отступ именно молочной базой чуть больше. Дизайн готов, на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте большой пальчик вверх и всем пока-пока!